ненавижу Дженни. Может, ты просто попка в нее все та же? Свифти, ублюдок, нет! Не бросай нас! Только нет! Нет! Не убивайте меня! Нет! Вот дерьмо! Ты сам знаешь, мы выполняли приказы! Нет! Впереди! Отсюда уйди, дубина! Беси, не купи цвет! Вообще заняться нечем. Ты чем заниматься собрался? Эй, куда это Свифти помчался? А хрен ли я знаю, может, бодра? Невидимка. Почти не дерево. Бывает хуже. Эх, чем бы заняться? Ты бы лучше работать, чем заняться. Нужно как-то развлечься. Бред какой-то. Он должен быть где-то здесь. Никогда не понимаю. Thank you.
Клуб, ну что-то вроде. Они дали мне полный конверт кэша. Их босс, начальник или кто он там, я встречался с ним в борделе в клубе Бринстон. Знаешь, говорю тебе, эти парни просто... Эй, ты что делаешь, сука? Джеки! Ты гнусный ублюдок! Что, сука, творишь? Он был нужен! Он не все сказал! Это слякоть! Иди, Фрэнк уже прочесывают Бримстон.
Да, новички притащили тебя, твоего Джонни. Он не горел желанием тебя видеть. Сейчас он дрожит со страху в задней комнате. Идем. Хорошо. Как по мне, этот тип смесь клоуна с бомжом, Джеки. Он не у моста Квинсборо жил, а под мостом. Привет, как жена, дети? Он в настроении. Он в твоем распоряжении. Джонни, на кого ты похож? Я нанял тебя как эксперта. Я заплатил тебе хорошие деньги, чтобы ты помог мне. А ты сбежал от меня среди ночи. Почему? Джеки, я сделал что мог, чтобы помочь тебе с тьмой. Но не мог же я вечно сидеть возле тебя. Эта долбанная тьма неотразима. Я слышал ее. Она нашептывала мне разные вещи. Она начала изменять меня. Ты меня убьешь? Я для этого здесь. Я выпустил ее, Джонни. И не знаю, справлюсь ли с ней. Ты выпустил тьму? Боже мой, Джеки. Это просто самоубийство. Тогда помоги мне управлять ей. Тьмой нельзя управлять, Джеки. Ты сжимаешься от страха и молишься, чтобы она ушла. И чем дольше она с тобой, тем больше подчиняет тебя. Ставит ловушки, заставляет видеть глюки. Мне нужна твоя помощь. Будешь при мне, пока я тебя не отпущу. Какие-то ублюдки атакуют мою семью со всех сторон. Те, кто послал пакет, как-то связаны с тьмой. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто они и что они знают. Окей, окей. Постараюсь помочь. Дело пойдет быстрее, если твои гориллы меня развяжут. Пожалуйста. Можешь его развязать, но отсюда не выпускать. Ясно? Этот тип сорвался с катушек. Раньше он казался умным, а теперь похож на кусок дерьма. Эй! Фрэнк и Эдди вернулись из клуба. Они с Джимми ждут тебя в конторе. Спасибо, Вин. Не слушай этот голос в голове, Джеки! Бойся тьмы, как самого дьявола! Все, что она говорит... Как у тебя дела, Джеки? Нормально, тетя Сара. Как у вас? У меня артрит и колени болят. Я долго не протяну. А ты как думал? Ох, вы просто чудо. А ты погано выглядишь, знаешь? Я сделаю твою любимую пасту. Через пару часов будет готово. Тебе домашняя пища не помешает. Я вас люблю. Ну еще бы. Джеки, у меня есть новости. Этот козел Свифти был прав. Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься. Пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камиллой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит, как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни, но проверить не мешает. Ладно, хватит трындеть. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя. Эй, Джеки, это ты шумиху поднял или как? Здорово, Джеки! Эй, Джеки, Джимми сказал мне про клуб Бримстон. Жуткий гадюшник. У тебя там шлюха? Ну, я не хожу по таким притонам, но туда заходит один мой приятель. Иногда, когда другие закрыты. Ну, ночью.
Я знаю одну девку, Венеру. Она может провести тебя внутрь. Новые хозяева очень строги насчет пушек, но мы через Венеру заранее передадим чистый ствол с глушителем. Ты это... припугни их этой своей штукой. Еще бы. Ладно, пора понять, что происходит. Едем в эту дыру, Винни. Ну, наконец-то. Вперед. Джеки, стой! Ну, в чем дело? Еще раз, этот пакет, откуда он у тебя? Я взял его с трупа киллера. О, блин! А в чем дело? Нет, ничего. Нет, иначе дело дрянь. Ну, мне надо кое-что выяснить. Удачной охоты! Мы пока сводим его в зоопарк. Дебилы это любят. Едем, Винни. Вот молодец. Ну что, пощекочем его вымя? Вдруг что выйдет, а? Вспомнил вдруг. Лето, ужасная жара. Мы с Дженни сидели на крыльце и неторопливо ели мороженое. И тут подошел этот пацан. Знаете, такой наглый говнюк. Он оттолкнул меня и уселся между нами двумя. Дженни взглянула на него и уронила мороженое ему на штаны. Он толкнул ее. И вот тогда я урезонил ублюдка. Пару месяцев в больнице ему будет о чем подумать. А Дженни не разговаривала со мной неделю.